Руслен Николаевич Белкин, Омская область, Красноярск. Монолог думающего современника. Все спешат, спешат, спешат. А зачем? Все бегут, бегут, бегут. А куда? Словно видится им Ноев ковчег. А дороги-то ведут не туда. Кроме липкой паутины реклам, есть еще химеры, мода, престиж. В соболях гуляет кривда и срам. Перед этим всем, ну как устоишь? И с утра до ночи крутишь дела. Золотой и в снах владычит телец. А заглянешь в душу, выжгла дотла пустота. А там и бегут. Конец. Красиво умирало лето, одаривая каждый миг своим прощальным щедрым светом во лжи и зле погрязший мир. Одет в страданиях и муках, встречая грустно свой финал среди сынов, притихших внуков, неумолимо угасал. И в то последнее мгновение он снова жизнь переживал, и отблеск тайны сокровенной в глазах бесследно исчезал. И что сказать, не зная толком, родня стояла, чуть дыша, а тайну эту знала только над ним парящая душа. Не ищите спасения в прошлом, не тащите его в новый век, что отжило, что ложно, что пошло, не поможет тебе человек. Понастроили тысячи храмов, красота их так радует нас, но убийств, воровства, блуда, срама стало больше во столько же раз. Значит, дело не в пышности бренной, не в тщете меценатских щедрот, а в таинственном, сокровенном, что незримое в каждом живет. Пепел дней, отгоревших печально, в суе стоит ли ворошить? А вот мудрые светлые тайны надо вспомнить и возродить.